девушку. Ее зовут Василиса. Вы что-нибудь знаете о ней? Василиса, она очень отзывчивая, всегда всем помогает. А еще я знаю, что она прекрасно поет. У нее отличный голос. Ну что о ней можно сказать? Всегда веселая, добрая, такая милая девушка. На занятиях всегда трудолюбивая. Василиса, как лучик солнышка, всегда светится, всегда улыбается, веселая, дарит радость окружающим и всегда помогает своим одногруппникам. Ну что можно сказать? Василиса очень прекрасная девушка. Трудолюбивая, умная, главное, заботливая. Рыбину Василису знают все. Она самая яркая и эффектная первокурсница. И она должна победить на этом конкурсе. Василиса очень добрая, отзывчивая и всегда приветливая. Моя милая, с ней всегда можно поговорить на разные темы. Василиса очень чувственная, отзывчивая девушка. Мне очень нравится с ней дружить. Я понял, что она очень милый, добрый человек. Как сказать, так сказать, лучик солнца в этом невзрачном мире. Хочу пожелать ей исполнить свою мечту, стать прокурором. Существует одно очень знаменитое высказывание, что самые умные люди – это юристы. Но все же я считаю, что это тот, кто добился результатов. Человек с доброй душой и чистым сердцем хочет помогать людям. Многие люди в нашем обществе нуждаются в защите, поддержке, поддержке порядка, в уверенности в своих собственных силах. С самого детства я хотела помогать людям. Мне всегда хотелось заступиться за невиновного, что я и делала. И тогда я поняла, кем я вижу себя в будущем.